Полтавский тротуар не новый. Добрый день, Александр Демидович. Скажите, вы по какому поводу здесь собрались? Мы, футбольные фанаты, собрались здесь по поводу того, что сейчас будут судить Кернеса Геннадия. Вот. Приехали, кто с Днепропетровска, кто с Полтавы приехал, ну, пришел, точнее, фанаты, кто с Харькова, участники АТО, кто с Майдана. Ну, вместе в соцсетях переписались и хотим приехали сюда, хотим показать Кернеса и хотим показать судьи, то, что молодежь есть, молодежь будет бороться с такими негодяями, которые виноваты, в частности, что происходит в данный момент у нас в стране. Вот. Ну, будем преследовать их как в законном виде. Спасибо большое. Спасибо за вашу позицию. Спасибо. Спасибо всем.